вас, друзья. Сегодня традиционный обзор по текущему каталогу, то, что я себе заказала, и те продукты, которые я уже попробовала неоднократно, заказываю их повторно, то, что я люблю, и то, что идет со скидкой, причем с большой скидкой. Тема каталога – удачный сейл, готовимся к майским праздникам. Здесь реально много продуктов, достойных продуктов с потрясающей скидкой 45-50%. Давайте вместе посмотрим. Поехали. И первая страница разворота. Наша легендарная тушь 5 в одном. Я даже не знаю, уже сколько миллионов штук было продано. Это один из самых продаваемых продуктов в компании Oriflame. Но если вы скажете, самый продаваемый, нет, самый продаваемый у нас идет Wellness Pack и коктейль, который я, конечно же, также заказываю. Уже на протяжении многих лет, но вы это у меня неоднократно видите. А по поводу туши 5 в одном, она в рекламе не нуждается. И здесь вот одна единственная ошибка, когда будете заказывать. Вот у меня знакомая, она мне сделала заказ, говорит: «Ирина, тушь нужна срочно, никакой пользоваться тушью не могу, только вашей». Хотя, в принципе, она пользуется другими брендами, всем. Но вот именно тушь в Oriflame она всегда заказывает на протяжении уже долгого времени. И я, видя, что она есть со скидкой, заказала, и она говорит: «Ирина, это не та, ты мне не ту тушь заказала». Оказывается, по ошибке я заказала ей водостойкую тушь, я ей ее подарила, и сейчас, конечно, первый заказ, я ей включила такую тушь, уже ей отдала. Следующая страница у нас посвящена бровям. Про эти карандаши вам рассказывала, мне нравятся оттенки, но мне не нравится то, что они слишком толстые, неудобно точить. Белым оттенком я практически не пользовалась. Ну, я вам всегда рассказываю про свой честный обзор, но мне зашли вот такие вот тушь. Зашла вот такая вот тушь для бровей. Я вам рассказывала, что сделала уже базу, татуаж, и рекомендую всем найти крутого, хорошего мастера, чтобы заполнить какой-то, сделать себе объем, потому что у меня реально, я замучилась постоянно прокрашивать 4-5 продуктов, но сейчас, когда делаю там, например, макияж, мне нужен вечерний макияж или крутой макияж, да, я прохожусь немножко тушью, тем самым завершаю образ. На следующей странице мы видим корректирующую пудру фиксатор разных оттенков, она просто подстраивается под вашу кожу, и также видим румяна и хайлайтер. В апреле у нас был звездный мастер-класс от Ирины Митрошкиной, который я посетила, и сегодня я сделала заказ. У нас каждый каталог, мы можем заказ какой-то продукт делать с 50% скидкой, и я заказала тот продукт, который нет в каталоге, это каял, вот такой, если он у вас есть, именно коричневого оттенка, то пользуйтесь, либо рекомендую приобрести, когда будет следующая скидка, и я пожалела, что не сделала вам запись вот этого макияжа, потому что я пробовала, экспериментировала, тестировала, и, о боже мой, это вот реально круто, мне настолько понравилось, как лежит, как база. Потом сверху я нанесла вот такой оттенок. Вот реально макияж очень прост. База, вот этот вот оттенок. Сверху хайлайтер я вам покажу какой. И все, и все. И у вас крутой макияж. Такой простой. Обычно, когда я крашу тени, я использую там 7-8 оттенков. И когда был звездный макияж от Ирины Митрошкиной, думаю, ну боже мой, ну что-то как-то скучно. 2 оттенка, 3 оттенка, тушевка и все. А вот с этим каялом, с этими тенями реально все настолько просто и смотрится очень интересно. Если вам интересен макияж, я, наверное, сниму как-то отдельно с комментариями. И один из продуктов, который рекомендовала Ирина, это хайлайтер кремовый. Да, он у меня был, периодически я добавляю его в тональную основу, чтобы немножко подсветить, на того, что у меня кожа и так, она подсвечивается, я им пользуюсь редко. Но то, что она рекомендует, это действительно, да, это мы его используем. Особенно вот сейчас весна у нас идет, да, мы его используем подсветка. Во-первых, декольте. Сейчас, если у меня получится на камеру, да, вот особенно вот эти вот косточки мы с вами должны подсветить красиво, когда мы с вами платье открыто делаем. Что мы можем подсветить с вами? Чуть-чуть плечики. Да, вот так вот, немножко подсветка. И сейчас у нас с вами некрасивые белые ножки, и поэтому рекомендую, вот пока вот прям загар не пошел, то его использовать можно вместе, мешать с кремом, можно как самостоятельно продлить, тогда, чтобы было круто. Ну и, конечно же, на фотосессиях это незаменимый продукт. Следующий продукт – это румяна. Ну вот,
честно, румяна мне эти не зашли, не понравились. Слишком какие-то насыщенные оттенки, но это точно не мои оттенки, однозначно нет. Но у нас вышла вот такая вот палетка, она реально крутецкая, она реально крутая. Вот она идет со скидкой в каталоге, ловите ее, потому что на складах не было, ее просто разметает. Это мега крутая палетка, так же как и вот такие вот румяна. Румяна, они стоят всего 149 рублей. Я неоднократно говорила, что самый продаваемый продукт в Oriflame шариковые румяна, они мне не очень нравятся тем, что я люблю носить по зонам сначала до темный оттенок в корректор, дальше розовенький, да, и хайлайтер. И эта палетка реально крутая. Но сегодня я по совету Ирины Митрошкиной сделала немножко другое скульптурирование. И когда я наносила, я вот эти вот оттенки мешала. То есть обязательно добавлять вот так оттеночек. Когда вы наносите, очень круто, получается настолько кожа подсвеченная, настолько круче, то есть подсветка, легкость, совершенно другая тушевка, настолько круто тушуется, и то же самое, когда вы на щечки наносите не вот такой вот отдельный оттенок, а именно вот так вот мешаете, тоже вот так вот смешиваете и наносите. Мне вариант настолько понравился, и, боже мой, почему я не носила это раньше? И вот этот каял, он меня навлек на то, чтобы вспомнить те фишки, которые говорила Ирина на мастер-классе. И пока не было таких оттенков, а мне очень важен был розовый, у меня есть оттенок от MAC, вы видите. И его я очень давно уже сложила в коробочку. Вот такой рефил. И посмотрите, когда у нас вышли вот такие румяна, 149 рублей, да, я пищала, потому что они практически дублируют вот этот вот оттенок. Теперь вы видите, эти румяна вот в такой упаковке стоят 2300. И Oriflame, боже мой. И самое главное, смотрите, сейчас покажу вам этот и этот. И на выходе мы получаем идентичный результат. Это очень крутые оттенки, и они дублируют профессиональные линейки, премиальный сегмент. Не все могут позволить премиальный сегмент, дорогущие палетки, потому что нужно прежде всего не только в декоративную косметику вкладываться, а прежде всего в уход. То есть нужно фокус делать на крутом уходе за лицом, не экономить. Я вам неоднократно говорила, что база — это вот у меня серия комплекс Novage. Вот так же, что, с чем вы питаетесь, ваши продукты изнутри. И здесь где-то можно на чем-то сэкономить. И вот здесь вот вариант, да, вот как вот декоративная косметика The One, при том, что она очень крутого качества. Это очень здорово. Следующая рубрика – это пустые баночки. Я не снимаю отдельно видео, просто показываю те продукты, которые я безумно люблю и которые заканчиваются. Это мои любимейшие продукты, без которых я вообще не могу. И смотрите, да, вот сейчас уже закончился спрей, и начинаю новый. Хотя я чуть-чуть вот здесь вот так вот оставила. Почему? Скоро я лечу в Турцию с нашей командой. У нас будет менеджерская конференция, где там он инклюзив, все включено. Пятизвездочные отели. Жду. И я возьму вот этот вот продукт обязательно с собой, потому что, ну, я реально в свою копну волос я не могу влезть, если я не использую какое-то масло. Пару недель назад у нас был конгресс предпринимателей в Москве, где мы несколько дней проводили, и когда я мыла волосы, я не взяла, ну, взяла кондиционер, но без масла. И, честно говоря, я брала, мы жили на съемной квартире, я брала оливковое масло, и при помощи масла я наносила на кончики, чтобы хоть как-то расчесать свои волосы. Но это масло я испортила волосы, перебрала, и волосы жирнились. Поэтому мне пришлось срочно потом на следующий день перемывать волосы. Ну, как бы я ходила, все вроде нормально было, но то я, в общем, не могу без своего масла. Поэтому, когда я полечу на конференцию, у нас будет 4 дня, это вот как раз-таки мой продукт будет со скидкой 45%, 469 рублей. Почему продукция такая дорогая? Потому что в состав нее входит органовое масло. А органовое дерево растет только в Марокко, причем деревья плодоносят один раз в 2 года. И процесс выжимки, все это трудоемкое, но невероятный результат. И практически все косметические бренды, премиальные сегменты используют это драгоценнейшее масло. Потрясающе подходит для секущихся кончиков, для сухих волос. Ну, любимые продукты.
Листая странички, мы переходим к разделу «Ароматы». И мы переходим на страничку, где наши любимые ароматы в мини-флакончиках. Это тоже очень удобно. Неоднократно вам говорила, что один из любимых ароматов – это Jardin Gold Essence. Да, я люблю, как говорила, что аромаманьяк, мне нравятся ароматы новые, что-то пробовать. Но вот база и куда-то на конференции, на мероприятия. А вот если мне нужен шикарный такой образ, в котором, ну вот такой шлейфовый, интересный. И самое интересное, что самое большое количество комплиментов от мужчин и спрашивали, что это за аромат такой, это вот этот. Причем другие как-то не так, да, а вот этот, что это за аромат? Это самый крутой аромат, мне нравится аромат, то есть, в общем, этот крутейший аромат, и он у меня всегда есть во всех косметичках, куда-то я иду, ну, чтобы не носить с собой флакончик, вот. Поэтому каждый раз, когда идет со скидкой, я себе заказываю и кидаю в косметичку. Второй аромат, который реально стал моим ароматом, и очень-очень-очень сожалею, что это лимитка, внимание, ограниченное количество товара, его не будет, я не понимаю, почему его снимают, потому что он такой крутой. И это парфюмерная вода, то есть обладающая большей стойкостью. Она у меня заканчивается, и последний месяц, наверное, полтора, я его берегу, я не пользовалась. Очень крутой аромат. Он мне нравится как дневной базовый аромат, и я бы сказала, что это мой второй аромат, то есть тот больше вечерний Jardin, а это мой базовый. И я его заказала, и думаю, что если еще будет акция, буду собирать и про запас оставлять, потому что, ну вот, это мое, это аромат, который дарит мне настроение, вот что-то здесь такое вкусное. Я знаю, что многим этот аромат очень понравился, напишите в комментариях, если так. Страница — это мужские ароматы, и практически все были у моего супруга. Он ими долго пользуется, мне прям как-то даже не интересно. Вот последний, вот Burnt Offline был аромат, да, и, конечно же, да, его любимейший — это Jardin, или это мой любимейший Jardin. Вот так. Также невероятно крутой сексуальный стиль и дорогущий аромат — это Poses. Со скидкой 239 рублей, шампунь против перхоти, и мой муж перебрал невероятное количество шампуней разных брендов еще давным-давно, там, не знаю, там 10 лет назад, и как только вышел вот этот вот шампунь против перхоти, все, то есть он настолько ему подошел, все, перхоть прекратилась, и теперь пользуется он только этим шампунем. Он говорит, больше ничего не надо. Какие-то выходят новинки, пробует. Нет, не то. Возвращаемся. Уже, наверное, там с десяток лет этот шампунь как только вышел. Пробовали, знает мужья этот шампунь, помогает. Жду ваши комментарии. Следующие странички — это тема аксессуары. У меня их много, но есть те, которые я ношу большую часть времени. Это один из них. И что я жалею, надо заказать сережки. Вы знаете, почему я не заказывала такие сережки? Потому что мне нравится больше, чтобы они были, ну вот как, например, вот эти, да, чтобы их можно было вынуть. Не люблю гвоздики, не люблю вот эти затычечки, потому что всегда они у меня вылетают. Листая дальше, мы переходим к помадам. И недавно вышла такая черная помада. Мне она очень понравилась. Но почему я сейчас не пользуюсь? Потому что часто как быстрее-быстрее там сделали макияж и побежали, да? А это нужно наносить, тщательно растушевывать. И что в ней самое привлекательное? То, что она любую помаду приглушает. Из теплого оттенка делает холодный и невероятно круто смотрится. Вот сейчас нанесу ее, раз уж делаю макияж. Кстати, на губах матовая помада от Jardin, о них мы еще с вами поговорим. Набираю кисточкой. Фишку, которую я получила на мастер-классе от Ирины Митрошкиной, то, что сейчас не модно контур, мы сделали базу, потом берем вот такую палочку и начинаем стирать контур. Мы его растушевываем, чтобы сделать эффект зацелованных губ. Пробуем. Когда мы с вами много говорим, а помада имеет свойство вот здесь, в этих уголочках, быть белой. Поэтому мы берем такой бальзамчик и поверх помады мы наносим. Вот в этих местах.
Вот такой еще лайфхак. Какой вариант лучше? Приглушенный с такой помадой в эту гамму, либо та гамма, которая у меня розовая была. И раз мы говорим про помады, вы видите, это мои матовые помады, еще коричневая помада где-то валяется в какой-то косметичке. Очень люблю, уже много лет. Это базовые помады, в которых я всегда уверена. Кремовые текстуры мне нравятся меньше. Почему? Нанесли, и они не такие устойчивые. То есть то волосы у меня, ветер разлетается, размазывается, мне не нравится. То есть я уверена в том, что стойкость помад всегда у меня будет. То есть если я сделала макияж, то он комфортный. Даже если я выпью чашечку чая, кофе. Этот оттенок называется «Чайная роза». Это оттенок чайная роза, это оттенок пыльная роза. Смотрите, я добавила чуть-чуть светлого оттенка, и помада заиграла совершенно другим образом. Эта помада сейчас стоит 399 рублей. Кто еще не пробовал, обязательно рекомендую попробовать. Будет вашей любимкой. Но у меня какое-то разочарование. Почему-то вот этот оттенок лиловый сняли. Почему, не знаю. Жалко. И у меня мама, он любимейший. Продолжая раздел декоративной косметики, у нас со скидкой идут запеченные тени и карандаши. У меня есть два карандаша черно-коричневый. Черным пользуюсь редко, в основном, чтобы прокрасить межресничку, чтобы ваши ресницы были гуще, интереснее смотрелись. Но, как правило, чаще всего даже для межреснички я использую именно коричневый карандаш. И уже у меня протягивалась рука закинуть себе в корзину коричневый карандаш, и думаю, нет. И еще до следующей скидочки, до следующей акции подержу, потому что у меня, в принципе, заказ и так очень хороший получился там. Ну, на приличную сумму. А по поводу теней, ребята, неоднозначное мнение. И у нас была планерочка, мы собирались с моими партнерами, и они говорили, что я рекомендую там, запеченные тени. А вторая девочка говорит: Ира, а я слышала, что запеченные тени такая фигня. Вот не знаю, почему вот эти все оттенки запеченных теней, кроме вот этого, реальная фигня. Когда-то, да, я сделала макияж, он круто смотрится, но это замороченная тушевка. Втушевывать надо. Результат получается классный, но вот эта тушевка, она специфична. С ним получается интересная тушевка, интересный смотрится взгляд, но их нужно тушевать, мне это не нравится. Но продукт, без которого я вообще не могу обойтись, это вот такие тени. Это у меня и тени для век, и как хайлайтер, это и как на губы могу что-то добавить. Ну, давайте сейчас даже проэкспериментируем. А мне нравится так еще больше. В прошлом обзоре я уже рассказывала. Я так же, как и вы, смотрю обзоры других блогеров и смотрю косметику премиального сегмента. И у меня перед Новым годом реально на Huda Beauty вот затряслись руки. Я хотела все-все попробовать. Я взяла себе палетку и рассказывала уже, что вот из этой палетки эти два оттенка очень напоминают вот эти стики, которые у нас были. Если интересно, просто посмотрите обзор прошлого каталога. Вот. Но из всей реальной палетки я пользуюсь только этим хайлайтером. Давайте вам покажу, какой оттенок этого хайлайтера. Ну, как бы так. А, причем та палетка стоит безумно дорого. Безумно дорого. И на выходе мы получаем идентичный результат. То есть, в принципе, получилось так, что вот эта вся палетка, она у меня точно такой же хайлайтер.
И этими двумя оттенками, кремами вообще какая-то фигня, я им вообще даже не пользуюсь. Может быть, я как-то не разобралась, но когда наносятся вот эти два оттенка на скулы, то если у вас кожа чуть пористая, она наоборот, эти оттенки безумно подчеркивают поры. То есть эта палетка у меня не зашла, но я безумно ее хотела попробовать. Иногда, когда мне надо сильная подсветка, вот прям очень хочу, я ее использую. Но куда-то ехать, куда-то бежать, это вот эти вот 3-5 в одном. Это 3 в одном. Еще раз. Тени, хайлайтер и как на губы. У всех должен быть этот продукт. Хотя цена 759. Но если у вас есть возможность скидки с 50% заказать, то рекомендую. Переходим к уходу за лицом, к разделам. И на развороте мы видим салфеточки. Тканевая салфетка. Сейчас скидка 99 рублей. Вам показывала, что буквально действительно скупала для себя, знакомых, друзей. И я рекомендую ее менять где-то один раз в 2 месяца, потому что все равно она беленькая сейчас, она превращается, особенно вот у нас, например, отключали воду, и из-под крана шла вот, ну, ржавая какая-то, вообще ужаснейшая вода, умываться надо было хоть как-то, и хоть я смывала, все равно макияж просто смывала базовой, а потом уже чистую воду из кулера брала, смывала лицо. И вот то, что я смывала рыжей этой ржавой водой, тряпка, она вообще убилась, поэтому я ее заменила. Ну и как бы так, все равно нужно освежать. Серия Optimals Even Out. Использует только очищение тоник с этой серии, остальные крема другие базовые, либо это серия Novage, либо. А где мой крем? Об этом крем еще рассказывала в прошлом каталоге. Крем у меня зашел. Причем я не сразу к нему обратилась. Думаю, так, ну что, дешевенький, там 119 рублей, что может быть вкуснее. Но вот это ощущение на лице, вкусный йогурт, папайя, маракуйя, что-то такое нереально вкусное, очень, очень понравился. И, знаете, к этому отношусь я так, кремов. То есть база у меня основные, это серия Novage. И плюс я заменяю серию что-то Optimals. Это для меня серия, знаете, вот сейчас идет пост. Сейчас идет пост, и мой муж на строгом посту, и он в основном питается фруктами, то есть там все-все-все соблюдают. И это вот реально тоже как пост, это фрукты, которые необходимы для вашего лица. И сейчас я убрала тоже все серии, и дневной и ночной крем я использую как этот крем. Мне безумно понравился. Вот то, что вот понравилось, однозначно рекомендую. Витаминный крем для лица папайя. Здесь комплекс витаминов. Витамины полезны нам как изнутри мы принимаем в качестве пищи, так и они полезны для кожи. Самое главное, что здесь мультикомплекс. Идет витамин В3, уход и питание. Витамин В5, невероятная мягкость. Витамин В6, эластичность кожи. Витамин С, ну это сияние, ровный тон, мы конечно знаем. И витамин Е, это защита эпидермиса. Стоит всего 119 рублей. Будет приятное дополнение к вашему уходу. И это может быть ваш удачный вариант, когда у вас всегда есть крем на даче, вам не нужно брать свою любимую серию. Рекомендую. Я знаю, что у меня мама его точно отберет. Солнцезащитная серия, о ней рассказывал в прошлом каталоге, подробнее, так как и о автозагаре. То есть, если интересно, предыдущий обзорчик вы посмотрите. Но это просто должно быть у всех. Если вы еще не запаслись, то обязательно нужно это сделать. Впереди солнце, загар, дачи. Переходим к линейке Wellness. О ней рассказываю во всех каталогах, мой заказик. И несколько. Помните, в январе у нас была акция, когда витамины там по смешной цене эти были и все. После этого витамины исчезли. Исчезли. Не было омеги, сколько бы ни заказывала, она была постоянно в резерве. И у меня дочка, я рассказывала, перестала пить жидкую омегу. То есть она распробовала этот вкус, и для нее сейчас эти витамины, это реально круче, чем конфеты. Когда она вчера у нас вебинар был, когда она увидела это, я ее позвала, говорю, Марина, подходи. И когда увидела, что ее конфетки есть, она сразу подбежала, она сразу выхватила. Что она, паразитка, такая делает? Она сейчас у меня берет Wellness Pack, вот этот вот. Она выкидывает в мусорку вот эту штучку, потому что, чтобы мама не спалила. И вот эти капсулы она разжевывает. Сейчас вот второй месяц, да, у нас, конечно же, муж делает на компромисс. Как вы знаете, что в пост нельзя омегу, поэтому он 2 витаминки пьет, а вот эти 2 отдает, скажем, дочери. Поэтому она как бы перестала мои пакетики таскать.
И вчера я ей отдала упаковку, ну вот видите, заметно, да? Она говорит, мама, я съела только 2 штучки, 2 вчера и 2 сегодня. Ну не 2 вчера, не 2 сегодня, там уже хорошо поубавилось, ну тоже надо контролировать. Следующая страница и краски для волос. 299 рублей, а так краска стоит 350. А, краска классная, мне нравится. И да, постоянный оттенок, который спрашиваете, это краска 525. Сколько бы я ни говорила, всегда либо в сторис, в инстаграме, в директе постоянно, какой оттенок краски. Вот, 525, уже много-много времени. И буквально пару каталогов назад была акция получше, там 269, по-моему, рублей было, и я заказала 8 пачек себе. Поэтому в этот раз, естественно, заказа нет. Следующая страничка у нас дальше укладочное средство. И я с ужасом я поняла, что у меня лак и пенка заканчивается. Хотя у меня всегда они стоят про запас, потому что я не могу, особенно сейчас, например, даже вот точка, да, ей делать укладку. Я не люблю использовать приборы, горячие приборы, поэтому я накручиваю ее тоже на бегудюшки, спиральки. Вот, также лайки, у нас съемки постоянные. Несколько дней назад у нее был показ для модного бренда Сарабанда, итальянского бренда. И тоже, то есть мы удобно крутились, я ее подсушила, сделала, уложила на пенку. И потом мы под шапку мы пришли, и непосредственно там перед показом я сняла бегудюшки и сделала уже прическу. Вот, объем, но... Средства, которыми я всегда использую. Единственное, что поменялось в моих укладках, это я стала использовать, получается, матрикс. Ну, в общем, я использовать стала пудру для прикорневого объема. И это гораздо круче, чем я делала просто лаком и подчесывала. Очень жалко, что в Oriflame подобных пудр нет. За 2 месяца, вот когда у меня были съемки в Москве, каталога, мне стилист сделал с пудрой, я была в таком восторге и себе сказала, вот у меня за 2 месяца вот закончилось, но она стоит 1100 пудра. Дороговато. Oriflame, сделайте, пожалуйста, подешевле. А, ну дальше у нас серия сейл, наборчики. Ой, а почему набор 369 рублей? Жидкое мыло, гель для душа, шампунь 2 в 1. Дальше набор 369. Почему как-то я пропустила эту акцию? А здесь идут гели для душа. Просто на самом деле у меня гели для душа много, и я не заказывала. Так же, как и мыло, уже есть про запас. Зубные пасты. Вспомнила историю. У нас выступала одна из партнеров команды. На итогах парад успеха у нас каждый каталог проходит. Женщина рассказывала, что год назад, придя в компанию Oriflame, она где-то листала каталоги, увидела, что есть зубные пасты со скидкой, и ей предложил консультант зарегистрироваться. С тех пор уже в течение года она делает заказы, она пришла типа только для себя, но каждый каталог она делает заказы для семьи на 302 балла, это продукция Wellness, это, ну вот, чтобы вы понимали, что вот один набор это 100 баллов, то есть три комплекта Wellness для себя, 302 балла для себя, и также у нее сестра и брат, по-моему, тоже на 302 балла, также делал 3 комплекта Wellness. Ну, в общем, как, а пришла она благодаря нашей зубной пасте. Вот такие вот у нас бывают клиенты. Потому что, ну, реально, продукция хорошая. Если вы не знаете продукцию Wellness, погуглите. Ну, это надо. Дезодоранты у нас, новинка серия. 48 часов защиты, хотя я не понимаю, 48 часов, то получается, что 48, 2 дня не мыться? Ну, типа того. И здесь у нас идет как шариковый дезодорант, так и кремовый дезодорант. По статистике кремовые дезодоранты, они также легко впитываются, но увлажняют в 3 раза больше. И последняя страничка – это гель для интимной гигиены. О нем уже ходят легенды, вы его знаете. Всегда есть в заказах, но у меня есть, поэтому я его уже не заказывала. А это был обзор каталога, и давайте разберем новиночки, которые у нас будут в новом 7-м каталоге. Ох, да, пока не забыла, в подарок, ну, точнее, по акции 199 рублей пришел первый нож. Всего их 3, они разного размера, это универсальный нож, и потом еще придет упаковка для ножей в подарок. Мультизащитный дневной крем SPF 30, то есть это действительно очень крутая защита. Прежде всего, давайте посмотрим, как он выглядит. Немножко нестандартная упаковка, тем, что он выдавливается вот так. И нужно нажать, чтобы он выдавился. Нестандартная. Но почему так сделал? Потому что он невероятно легкий. Легкий такой, как флюидик. И
очень хорошо тушуется. Это является завершающий этап вашего макияжа, как база под макияж. И, как написано, его рекомендуют наносить либо после вашей процедуры очищения тонизирования, либо просто очищение тонизирования 2 в 1, в зависимости, что у вас есть. Так же, как рекомендуют наносить под ваш крем. То есть он очень-очень легкий, прям вот тончайший. И если ваша кожа нуждается в дополнительном увлажнении, питании, что-то вот, ну, то есть вам чувствуется там очень сильно сухая кожа, то вы его наносите как завершение. Вообще в азиатском уходе это нормальный такой тренд, когда вы поверх там очищения, тонизирования, эссенции, там все это наносите, там всяких тонеров, крем дневной и потом еще крем с SPF-фактором. Так вот, это как раз-таки идет защитный. Он мгновенно впитывается, и все, и его нет. Я думаю, что для жирной кожи это будет для обладательниц очень-очень крутой, потому что если мы берем даже вот крема, вот такие SPF 50, да, вот, то все-таки чем больше, чем выше SPF, тем они вот как бы жирнит крем, потому что вот как раз SPF добавляет какой-то жирности. Чего я его еще не тестировала по времени, через 3 недели я вам запишу обзор и расскажу, как он работает, потому что вот пока один раз нанесла на лицо, вчера сделала макияж, мне понравился, то есть макияж держится хорошо, вот, на руку, да, он не липнет, очень-очень мгновенно впитывается, но мне его нужно протестировать. Первое ощущение, если взять другие крема с SPF, то он более легкий и как раз таки больше подойдет для жирно комбинированной кожи, прям он мгновенный. Почему нам нужны крема с SPF с большой высокой защитой, тем более 30, лето, солнце? 80% видимых признаков старения происходит у нас из-за разрушения ультрафиолетом, да? И поэтому нам нужна защита. Что такое 30? Да? Если в обычной жизни вы загораете, ваша кожа может обгореть за 10 минут, то если SPF 30, то умножай на 30, то есть получается 300 минут. Это очень крутая, очень хорошая защита, когда вы-то, конечно, не плющитесь вот так вот на солнышке, то есть не в такой, да, активный, да, там 50 можно. А так вот лето начнется, и кому это нужно? Да? Вот такая защита, высокая SPF 30, обладательниц светлой, чувствительной кожи и у тех, у кого много родинок. То есть мы максимально защищаем кожу. Давайте сейчас разберемся в составе, что же здесь такого уникального. Содержит комплекс активных ингредиентов Anti-Pollution Active, а также комплекс Swedish Blend и компоненты красный клевер и бузина. Экстракт клевера нам необходим в уходе за поврежденной, уже поврежденной кожей лица. Он стимулирует синтез коллагена и эластина, и он восстанавливает поврежденную кожу, регенерирует, укрепляет, питает. В общем, он восстанавливает кожу. Экстракт же бузины оказывает укрепляющее действие, восстанавливает кожу, делает ее более упругой. Ну и понятно, SPF-фактор – это защита. Ну что, буду тестировать новиночку и через 3 недели вам расскажу свой отзыв уже, насколько этот крем реально работает. Хотя, в принципе, главная защита – это защита, чтобы потом у нас не проявлялись видимые признаки старения, морщинки. У нас запускаются парные ароматы So Feather Together. Так они выглядят. Давайте посмотрим. Это женский аромат, очень красивый, напоминает женское тело. Это восточный аромат. Сейчас я вам расскажу. И пока... А это мужской аромат. Такие вот интересные. Так они выглядят. Парные ароматы. Посмотрите, как, какой красивый флакон и как они друг друга дополняют. Первое впечатление об аромате, не читая компоненты, это восточно-цветочный, искристый и невероятно чувствительный аромат. Интересный, такой, знаете, с такой с перчинкой, что-то такое в нем есть. Основа двух ароматов – это перчик, пимента, это афродизиак, невероятно сексуальный, чувственный. И мне нравится, почему парные ароматы, они
дополняют друг друга и рождают общий третий аромат. Автор ароматов Натали Лорсон – это всемирно известный парфюмер, создатель более 200 люксовых брендов. То есть Натали Лорсон знают во всем мире. И она действительно создает такие хитовые, крутые ароматы, которые запоминаются на многие-многие годы. Тип аромата – восточно-древесный. Основные ноты – красно-смородиновый сорбент, острый перчик, пимента и драгоценный сандал. Невероятно сексуальный. Острый перчик пимента издревле пользовался как мощнейший афродизиак. Ну а сандал используется для придания аромату древесных нот и как фиксатор для закрепления верхней и нижней части нот духов. И в парфюмерии это очень дорогой компонент. 1 килограмм эфирного масла сандала стоит более $1000 США. Этот аромат имеет искристое начало, красно-смородиновый сорбент, кумкват и ананас, огненное сердце, острый перчик, пимента, жасмин и персик, манящий шлейф сандал, маршмеллоу и бобы тонко. Вот такая интригующая и взрывающая чувство композиция. Вот такая взрывная, страстная композиция для него и для нее, которая, сами понимаете, на что настраивает. А желаю вам всем успехов и до новых встреч, где мы с вами обсудим новенький каталог Oriflame, где будут вот эти потрясающие ароматы с острым перчиком пимента.